Меня зовут Алексей Буянов, я тренер спортивной школы «Норд». Уже больше 15 лет я сам занимаюсь техническим видом спорта. В спорт я пришел в тот же момент, когда я пришел в «Норд». То есть я сам воспитанник этого клуба. Я пришел очень давно, в 2004 году. Я сначала занимался здесь авиамодельным спортом, потом перешел в мотокросс и потом в картинг, и там я и остался. Уже с картинга я перешел в тренера. Мне просто предложил директор и тренер, что есть вакансия. Я мечтал быть тренером по картингу, потому что для меня это, ну, это был царь-бог тогда просто, который знает все, который занимается спортом, гонками, еще это платит. В 2009 году я стал тренером и вел группу начальную на картингах. Учимся рулить. Теперь лево-право. Руки прямые. Матвей. У меня есть те группы, общее их количество 42 человека, которых я хочу, конечно, научить. Во-первых, привить любовь к технике, найти какое-то свое место в жизни, направление в жизни, или просто вот свой какой-то путь. Есть такая распространенная ошибка, что это вот чисто мужской вид спорта, и девочки сюда не идут. В данный момент у меня есть две девочки в группе. Одна выступала даже на соревнованиях, а вторая пришла только в этом году. Обучение у нас проходит на базе нашей школы. То есть, если это выезды, там, по катушке тренировки, это на территории у нас площадка есть. Если это теория с практикой там, ремонт обслуживания, это все у нас происходит в боксе. Прокатный тренировочный картинг, то есть не спортивный, он специально сделан для того, чтобы вы тренировались. Очень разные дети. Кто-то понимает быстро, кто-то не понимает вообще. Я немножечко, скажем так, строгий тренер, в плане чего, что если ребенок там приехал первый, я ему скажу, почему ты здесь так плохо проехал? Да, он первый, но он допустил ряд ошибок, которых можно было, если не допустить, он был бы еще быстрее. То есть я скажу ему сначала, говорю, я ему дам втык такой словесный, а потом молодец. Картинг, мышление, мы не садимся. То есть то, что защищает нашу голову, это вот перед вами находится. Многие говорят, что типа я с детьми строго себя веду по злому, ну, то у меня такой взгляд на вещи. То есть, если ребенка начинать хвалить постоянно за какие мелочи, он такой, ну вот, бывает, что вот, а мне большего не надо. А если вот он поймет, что ему нужно рвать себя, чтобы там получить похвалу или какой-то приз, то он начнет работать над собой.